Шоу прекрасное, шоу интересное, это завораживающий спектакль. Будет что посмотреть и взрослым, и детям. Шоу «Звездный круиз» привезло в Брянск самое лучшее, что сейчас есть в цирковом искусстве. Многие номера заслужили эпитет «уникальный». Программа для Росгосцирка, для компании «Росгосцирк» уникальна тем, что это самая молодая программа в нашем конвейере. И она разбавлена несколькими уникальными номерами, аналогов которых мы с трудом найдем в мире. Вы увидите интересную историю. Вам будет интересно понаблюдать, и вы будете переживать, чем вся ситуация закончится. У нас существуют и главные герои, и антагонисты. Помимо всего этого, уникальные цирковые номера, которые известны просто во всем мире. Программа многожанровая. Все номера объединены одной сюжетной линией, которую создатели, естественно, не раскрывают. Но все же завесу тайны слегка приоткрыли. Номер считался исключительно мужским. И 7 лет назад мы решили пойти против всех правил и на манеж в данный номер запустить одних девчонок. Речь о номере «Встречные качели», который собрал по всему миру огромное количество цирковых наград. Династию дрессировщиков продолжает Елизавета Спигина. Мой номер имеет большую обширную историю. Его работала еще когда-то моя бабушка. И я такой продолжатель династии, но уже молодой, более современный. Пытаюсь что-то новое принести в этот номер, пытаюсь его дальше развивать. И при этом следую традициям моей семьи. В плане дрессуры. Сайракан Суанбекова руководит сразу двумя номерами – «Колесо смелости» и «Канат». Наши номера считаются одним из древнейших, очень уникальных и сложных жанров. В Брянске у меня состоится большая премьера. Премьера, во-первых, потому что это мой первый город и мой первый коллектив после возвращения в большую семью под названием «Росгосцирк». И также будет один из редчайших номеров аналогов, которого нет. «Росгосцирки» вообще в России работают два человека. Этот номер, я один из этих людей. Будет угадывать предметы зрителей. Набор номеров действительно уникальный и интересный. Брянский цирк приглашает зрителей на программу «Звездный круиз» с 20 марта по 18 апреля без возрастных ограничений. Александр Новиков, Максим Кузнецов. События. Брянск.